Приветствую вас, драгоценная церковь, приветствую, братья и сестры. Слава Богу за этот день, за это время, которое Господь нам дает, за Его отцовское сердце, за то, что Он усыновил и удочерил каждого из нас. И это слово на каждый день. Я хочу прочитать слово ободрения из пророка Иеремии, 29 глава, 11 стихом. Господь говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовите ко мне, и пойдите, и помолитесь мне, и я услышу вас, говорит Господь, взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем своим». И Он действительно как Отец, вот если мы открываемся перед Ним, если мы ищем Его всем сердцем своим, то Он открывается перед нами. Если кто-то еще сомневается в своей усыновленности, удочеренности, просто откройте искреннее сердце, обратитесь к Нему. И Бог, Он верный Бог. И тогда эти обетования, если вы откроете свое сердце, обратитесь к Нему, тогда эти обетования начнут работать в вашей жизни. Будьте благословенны, Бог верный Бог. Аминь.